установка защитной сетки, комплектации стандарт для автомобиля Volkswagen Tiguan первого поколения, рестайлинг. С 2011 года выпуска. Предназначена для защиты радиатора, как от механических повреждений сот, так и от загрязнения межпластинчатого пространства радиатора. Защитная решетка радиатора выпускается в двух цветовых вариантах, черная и хромированная. Крепления выполнены из термопластической смолы. Технические показатели синтетического полимера дают возможность использовать его при низких температурах, близких к экстремальным, что в свою очередь гарантирует долговечность изделия. Установка осуществляется в любых климатических условиях. Для установки необходимо завести Г-образные крепежные элементы за бампер автомобиля до характерного щелчка. Продев отвертку в ячейку сетки, над креплением надавите на защелки для окончательной фиксации. Также в контрольных точках предусмотрены маленькие крепежные винты из нержавеющей стали, их необходимо вкрутить непосредственно в бампер автомобиля. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.